Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергей Рыбаков. И мы продолжаем большой, полновесный и глубокий, надеюсь, разговор об отцовстве, родительстве, мужественности, мужчинах. И сегодня у нас такой аспект в нашем поле внимания. Это отец как учитель. Говорим, как и прежде, с двумя отцами, священниками, с отцом Николаем Зининым и отцом Тихоном Схановым. Здравствуйте, отцы. Мне нравится отец, он всегда как-то загадочно машет. Издалека. Да, ну мы и вновь поясним для наших зрителей, что у нас несколько иной формат. Ну, мы хулиганим летом, экспериментируем, хулиганим. Это разговор на «ты», разговор трех отцов, когда... И гости могут, если хотят, задать вопрос ведущему, если это вдруг возникает. Что можно было, да? Да, а что, нельзя перебрасывать вопросы обратно? Сам на это отвечай, да? Вот. Мы уже поговорили о Боге как отце, мы поговорили об отцовстве просто как феномене, мы поговорили об отце как педагоге. Давайте поговорим... Ну, понятно, что все эти темы так или иначе в очередной раз будут там где-то переплетаться, пересекаться. Отец как учитель. В прошлый раз отец Тихон обозначил, что он учит своего сына арифметике, чтению, и это один из самых трудных учеников. Да, но не я на самом деле. А, не вот, ты. Да, мы занимаемся, но через Zoom, угу. Поэтому ему 6 лет, и ему надо помогать. Так. Вот, хотя постепенно бразды правления компьютером он берет в свои руки. И там уже знает, что сделать. И учится, главное, слышать и немножко с задержками так прислушиваться и как бы реагировать, что нужно сделать. Угу, потому что угу. В онлайне, кажется, тяжелее детям ориентироваться. Ну, хорошо. Если... И домашку я с ними делаю каждый день. Каждый день. Каждый день домашку. Вообще класс. Сейчас женская половина восхитилась. Это место был, это было адище. Расчищу. Сначала это было адище. Просто адище. А теперь просто ад. Теперь прям нормально. А почему адище? Ну, потому что что-то не шло так, как вроде должно идти. И что-то... Ну, не знаю. Но это же что-то не получалось. Что-то у него там не получалось, что-то у меня не получалось. И как-то времени не находилось. То мы уставшие были, никак мы друг к другу не подходили. То я уставший, то он уже уставший. А нам нужно было вместе сесть. И, в общем, не получалось сначала. Это, ну, нервно это все было. Нервно, у него не получается. Да ну, неохота теперь. Вот так вот. А потом как-то мы в режим вошли. Постепенный интерес возрос. И сейчас мы вот так просто спокойно садимся каждый день. Это тяжело, но это там в течение часа каждый день. Вот, ну и... Отцы, чему вы учите своих детей, хотите научить? Вот без какого навыка дети, как вам кажется, не выживут? У нас, мы же опять же, в том числе, мы вводим их в тот мир, который, в принципе, ну, чаще всего, в большинстве случаев, агрессивная среда. Им там надо выживать. Вот. Ну и мы выживаем периодически. Нет-нет, да не жизнью занимаемся, а выживанием. Чему вы хотите научить детей? Я вот прям сейчас точно это понимаю, потому что это много где проявляется. И вот мне бы хотелось, чтобы он научился стараться и терпеть. Вот как в спорте. Допустим, делаешь какое-то упражнение, да, и уже тяжело делать. Но надо немножко потерпеть и, ну, немножко это... А как ты этому учишь? Ну, по-разному. Ну, например, если в плане арифметики, да, то это же тоже нужно потерпеть. Потому что сегодня хочется, а завтра не хочется, а есть определенный режим. Угу. Ну, каждый день надо делать. Ну, как ты это объясняешь?
Ну, как не ты знаю. Это показываешь? Ты это, опять же, возвращаясь к первому твоему... Я ему объясняю, например, что если ты сейчас будешь вот этим делом заниматься, и потом в 9 вечера, как ты думаешь, ты соберешься сделать домашнюю работу, ты будешь не готов. Твоя душа, ну я простым языком говорю, понимаешь, твоя душа не будет готова. Ты захочешь спать, там, ты захочешь... А ты вот прям это. Апеллируешь такими понятиями, абстрактными? Ну да, он знает, что такое душа. Прям знает. Ну как? Там, где-то душа. Отец Николай, ты знаешь, что такое душа? Не, ну он там не философии. Ну просто, ну, уровень абстрактного мышления же все равно не слишком развит еще. Не знаю, но это работает. Работает, то есть он прям понимает, считывает. Душа, ну он кивает, я не знаю, что он там думает. И там, допустим, один раз он пробует, я говорю, смотри, сегодня ты не готов это делать. И это откладывается на завтра. Завтра у тебя двойной объем. Вот. Завтра я тебе помогу с этим объемом справиться. Но сегодня, видишь, вот так вот получилось. И мы эту ситуацию начинаем изучать. Я, короче, расслабился, когда вот у нас было там нервно, тут мы не успеваем, тут не получается. Я расслабился. Я понял, что мы вместе должны изучать, просто вот как исследователи подходить к его... характеру в его обучении, как исследователи подходить к тому, что у него получается или не получается, как исследователи подходить к нашим с ним взаимоотношениям во время... То есть арифметика в данном случае становится фоном. Побочная, да, вообще штука. И вот он, например, что-то делает, он говорит, пап, ты меня отвлекаешь. Я окей, то есть он меня отстраняет, он понимает, что я его отвлекаю, я ему мешаю. Он говорит, ты мне мешаешь, и я ухожу. И там, допустим, он делает 10 минут сам, вот, и там потом кричит, пап, иди сюда, прочитай мне что-то. Он, ну, какие-то слова нет, не очень хорошо читает. Или там список, да, задания. Вот, я ему раз вот эти прочитал, все, я, и до свидания. Вот, на мне функция напоминания ему. Я говорю, вот мы сейчас скоро будем делать задание. Вот, мы делаем. То есть это какие-то, мы находим способы. Ну, то есть все-таки, возвращаясь к моему вопросу, отец Николай тебя тоже это сейчас будет ждать ответ. Все-таки, если отец Тихон задумывается о том, чему он хочет научить ребенка, в первую очередь, если это кратко, несколькими словами. Ну, работать. Работай. Устал? Работать. Еще поработай. Ну, то есть вот... Как вот. Работа в плане вот такое, спортивная. Шурши и не откидывайся. Как... Да, то есть, допустим, почему мне еще арифметик нравится? Он, допустим, там показывается на экране цифры, и он там, они быстро показываются, он где-то ошибается. И первые разы он ошибался и говорил, все, я не буду больше. Да. Ну как? Ну и что, что ошибся? Ну, то есть для него было странно осознать, что ошибка — это нормально. Ну, то есть, да, ну и что? Ну и дальше работай. Не сиди на ошибках. Дальше. Поехали. Вот, и он сейчас ошибки там, ошибся там, и дальше работает. Ну и там, это то, что заставляет его концентрироваться. То есть для меня важно, чтобы в трудностях он не сдавался, а наоборот, как-то это, ну, раз и дальше, дальше куда-то проникал. Вот. Отец Николай. Да. Да. Я согласен. Мне нравится. Таким бы это прицепным вагоном. Я согласен. Чему хочешь научить детей своих? Вот что, на твой взгляд, главное? Оно, может быть, даже ты это знаешь, как это делаешь неосознанно. Ну, просто в твоей голове, например, есть какая-то концепция этого мира. И ты понимаешь, что вот без этого, например, ни ты, ни твои дети не выживут, и ты это, может быть, делаешь даже негласно, но ты все равно учишь. Потому что вот отец Тихон, он все равно не проговаривает тему, но, например, тема столкновения со своими собственными ошибками и как правильно на них реагировать, он ему этому учит. Просто отец Тихон это не поставил, может быть, как некую цель или задачу. Вот. А вот у тебя как процесс учительства выстраивается? У меня такая, это, кармическая цепь меня преследует. Я достаточно... Я помню, были уроки в школе у ОБЖ. У нас такой хороший был преподаватель. Феликс Соломонович его звали.
Вот, он нам преподавал ОБЖ. И там и что-то еще преподавал, может, это не по ОБЖ было, но там была тема, тема расписания, распорядка дня, вот такое. Дисциплины. Угу. И у меня почему-то все время против этого такой был протест против дисциплины. Мне казалось это чем-то ненужным, что ли. И вот он такие пророческие слова изрек, что типа ты вырастешь, ты попомнишь мое слово, что это очень важно. И сейчас, когда у меня четверо сыновей, тоже так, почему-то мне это сложно, вот эта тема, прям не знаю почему. И вот когда старшему уже 11, у меня всплывает понимание такое, выкристаллизовывается, насколько это важно, чтобы все вовремя легли спать, вовремя проснулись. Там что-то... А у них получается? Ну, и у них не очень получается. Но вот сейчас мы как-то входим в такой баланс, когда понимание есть, что это всем нужно. Это нужно, чтобы вот мама просто... выспалась. Да, нужно, пока чтобы... вот отец Тихон говорил, я вдруг себя поймал на мысли, ну, все же, вот мы еще и как три сына сидим тут, вот, с отсутствующим отцом, с отцом, которым были шероховатые отношения, с отцом, которым случились отношения, и самое главное, что они закончились именно, ну, они не закончились, они продолжаются, но здесь в пространстве земного существования они как бы вот закончились на том, что хочется иногда с ним о чем-то говорить. И я вдруг вижу, что это концепция какого-то реализованного удачного отцовства, потому что недавно я прочитал, значит, две вещи. Во-первых, как происходили и происходит до сих пор в архаических племенах, каких-нибудь там дремучих, у индейцев, у африканских племен, как происходит инициация мальчика в мужчину. То есть главная штука воспитания девочки, при воспитании девочки, ну, мы об этом еще будем говорить в следующий раз. Наш финальный, как бы, тема отец-психолог, я думаю, беседа будет. Тут очень важно различить, чем психология девочек от мальчиков отличается. Но тут сейчас просто по касательной. Значит, вот когда девочку воспитывает мать, главное, как бы, как раз здесь цель, чтобы связи не разрывались. Потому что она считывает самые важные паттерны и какие-то просто навыки поведения, глядя на мать. Она должна сидеть рядом у ног матери, и она должна смотреть как. Вот. А с сыном как раз наоборот. То есть он должен выйти из уютного, стабильного, комфортного маминого рая, ну, чтобы не превратиться в маминкиного сынка. И должен от нее, условно говоря, отделиться, оторваться. И, значит, у этих племен принято было так. Это мир Челяда описывает в своих там культурологических изысканиях. И Клод Леви-Строс тоже об этом пишет. Что, значит... старейшины племени надевают на себя маски местных богов, местно чтимых, вот, ночью, когда этого не ожидает мальчик, его выкрадывают из дома, несут там в мешке как-то до ближайшей какой-то пещеры, замуровывают пещеру, вот, ну, как понятно, не совсем, не наглухо. Он должен, короче говоря, выбраться из этой пещеры. То есть это такое, опять же, форма, метафора прохождения по родовым путям, с одной стороны, да, то есть он должен родиться, идти на свет. С другой стороны, он это должен сделать абсолютно самостоятельно. И, значит, дальше начинается путь от этой пещеры как раз в вот этот вот материнский рай, прийти и сказать там, что больше я молока из этого дома не беру, больше мяса из этого дома я не беру, но главная моя задача теперь приносить в этот дом молоко, мясо, там, ну и прочие продукты и так далее. И, значит, вот Илиада и многие другие, вот кто, культурологи, которые это отслеживают, этнографы, которые это отслеживают, они говорят, что мужчине инкорпорируется в голову мысль, что блаженнее отдавать, чем брать. И через это происходит инициация мальчика в мужчину, то есть которую он потом реализует в отношениях между своей женой, детьми. То есть он будет отдавать и через это получать невероятную радость, счастье там, и так далее.
современные как бы вот ученые говорят, а как вот, ну цивилизованные общества проходят эту инициацию, мальчики в мужчин, как они вообще происходят у них? Вот я поймался на мысли, что то, что описывает отец Тихон, это как раз вот то, что, о чем они говорят, что сейчас единственная растянутая во времени форма инициации — это труд. То есть когда там, мальчика постепенно приучают к труду, именно труд такой, который в том числе затратный, иногда не всегда это приятно делать, пусть будь то это получение образования, или пусть это будет действительно не произведение чего-то, производство чего-то. Но я к чему это все вспомнил? К тому, что, например, я одновременно прочитал, что происходит с мальчиками, у которых нет отцов. Что вот им очень сложно эту инициацию пройти, именно потому, что они постоянно не доводят дело до конца. Они постоянно переключаются. Сначала я это как бы просто видел, наблюдал, условно говоря, списывал на случайность в своем опыте. А сейчас, когда уже тебе 36 лет, и ты иногда там периодически, там, кризис среднего возраста, да, ты оглядываешься назад и задаешь вопрос себе, а что ты доделал до конца, и ты вдруг ты понимаешь, елки, а я действительно так мало доделал до конца. Аспирантуру закончил, но кандидатскую не защитил. Там, книги там какие-то начинаешь читать, и не можешь их там дочитать до конца. Я тоже два кандидатских сдал, и все, и сказал, все, я ушел. Ага. Ну, тоже не доделал. Ну, так, если в истории посмотреть, полно всего тоже не доделано. ну и нормально, мне кажется, можно что-то не доделывать. Ну, то, что можно переключаться на... Просто вот отец Николай начал говорить про дисциплину. Мне вот кажется, что это, ну, нечто, перекличка какая-то есть твоего опыта и моего. Я не доделываю, а у тебя там, скажем, ну, вот тоже такой внутренний... Потому что дисциплина-то определяется именно тем, что ты трудишься, и трудишься, и шуршишь, и не откидываешься. Это вот мама моих детей, мама пяти драконов, занимается домашним обучением. То есть вот у нас уже третий школьник в этом году. Это огонь, мне кажется, надо учиться. Вот, но сейчас, да, не в ту сторону дифирамбы, я просто к тому, что она придерживается принципа, там, когда-то она его прочитала, женщина, на которую она уже в свою очередь ориентируется, что она своей дочке вот постоянно повторяла: шурши, не откидывайся. Откидываться — это в смысле, вот ты там сидишь, там печатаешь, например, какой-то доклад или работу, там что-то пишешь, и потом в какой-то момент хочется вот так вот откинуться. Вот шурши, не откидывайся, пока не доделаешь, откидываться нельзя. Вот там страницу нужно эту написать, ты ее напиши, криво, косо, как угодно, но ты ее допиши до того, как ты откинешь. Интересно, но это... На самом деле это тоже не для всех. Это людям, которым это подходит. Uh-huh. Вот. Хотя это соответствует, например, тому, что когда ты бежишь длинные дистанции, не надо останавливаться на отдышку. Вот. Это тебе потом труднее будет. Ну, то есть это тоже... Вообще, когда учат изучать собственные душевные процессы, Uh-huh. это очень хорошо. То есть, когда задают вопросы, что с тобой происходит, когда ты учишься, как ты себе сам мешаешь, как ты себе помогаешь, что ты у себя замечаешь, вот этому. Ну, то есть, отец Николай говорит, вот, ой, я так относился к расписанию, сейчас вот я чувствую, что мне по поводу дисциплины. Вот надо, чтобы и дети тоже учились этому, чтобы они по поводу... Чтобы они могли осознать, что им, например, было бы полезно расписание, ну, допустим, да, и что им бы это расписание помогло. А есть какие-то методики, как этому осознанию подвести, помимо того, что самому проговаривать о своих каких-то, ну, нет таких методик, это как, то есть просто задавать вопросы? Замечать, задавать вопросы, обращать на это внимание. Говоришь, вот видишь, я сегодня на тебя не ору с утра. Почему? Потому что я вчера лег вовремя спать. Вот это личная травма, да? Или там человек... Я не знаю, мне кажется, родитель так и делает, в принципе. Ну, многие так делают, когда ребенок капризничает вечером, да? Родитель говорит, просто он хочет спать.
и не понимает, и вот он там начинает быть... Перевозбудился, неадекватный. Вот, и просто там, слушай, ты хочешь спать. Я не хочу! С тобой нет, это происходит. Ты хочешь спать. Ну да, мне кажется, если часто обращать на внимание на душевные процессы, они и сами начинают. Нужно ждать, чтобы ребенок сам начал говорить, или нужно ему объяснять его? Ну вот ты, например, говоришь, вот ты спать хочешь, а ребенок на самом деле не спать хочет, он действительно переживает из-за того, что ему не дали дочитать, досмотреть мультик, там еще что-то. Ну вот Анечке мы спрашиваем, но она как-то сама понимает. Она, например, недавно говорит, там что-то про садик, говорит, мне страшно. И Наташка такая, матушка, она от удивления, говорит, так точно она вообще, я, говорит, не смогла бы сказать. Ну, вот я понимаю вот то, что она сейчас сказала, я ее очень хорошо поняла. Как она так сказала, что ей страшно? Не это. А что страшно? А что страшно, она уже не может. И мы там уже начинаем догадываться, что там вот это страшно, вот это что страшно. Она по-детски объективирует свой страх. Например, она говорит, там чудовище, там какая-то это скульптура, игрушка какая-то во дворе там, да, сада. Вот это страшно. На самом деле, мы предполагаем, там без нас вот этот период адаптации страшноват, когда нет у тебя каждой секунды, чтобы схватить родителей. Я вот хочу еще спросить, я думаю, что это вопрос, который все ждут, ответа на этот вопрос ждут все от священника. Как вы воспитываете в вере, как вы учите быть христианами своих детей? Да, отца Николая. Так, отец Николай. Потому что это, наверное, одна из самых сложных вещей. Я в конце тоже поделюсь своим представлением об этом. Мне вот просто интересно. Можно сказать никак. Но это будет, наверное, слишком жестко. Не того ответа хотели бы. Да, специально никак. Нет, я не сторонник вообще навязывания. Я просто поясню. Я тут недавно пережил вообще какая-то... Я был очень удивлен. Это было, наверное, недели, не знаю, 3 или 4 назад. Стою я, служу, исповедь совершаю, 8 утра. Вдруг подходит Сережа, сын старшой. Я думаю, неужели отец Николай здесь? Или матушка сам пришла? А нету ни матушки, ни отца Николая. Сережа сам, просто пользуясь близостью локации, то есть от из оврага подпольщиков прийти к нам в храм, сам пришел. Я в этот момент, возвращаясь к теме, что я иногда завидую, или не завидую, но я смотрю и сравниваю с отцами. Я думаю, как он этого добился, что подросток, младший. Но он еще не подросток. Да, все равно, ты понимаешь, что это выйти из дома целенаправленно, то есть прийти вовремя к 8 утра на исповедь, выйти из дома и пойти на службу, и, что самое интересное, отстоять ее, то есть не ходить там где-то бродить, на детской площадке, в цокольный этаж спуститься, играть с другими детьми, а отстоять службу. Вопрос, отец Николай, как ты этого добился? Сережа, он такой родился в этап литургического горения, наверное, моего. Это заложилось. Дети впитывают просто то, считывают то, как ты относишься к этому. Он недавно тоже дома сидим, что-то он: «Мама, ты что, не будешь причащаться в воскресенье?» Он такой: «Так я же вот в субботу причащался». Он такой: «Я вообще не понимаю, как можно в воскресенье взять и не причаститься?» Так я пристыдил. Вот, в чем-то он очень впитал тот образ. Мы вообще какой-то этап все вместе ездили на литургию, служил на 113-м. И как-то у него вот это вот отложилось, что для него это важно. И слава Богу, но... Это была просто практика семейной жизни. Сейчас она немножко другая. Вот там у него... С другими пацанами по-другому сейчас у тебя? Получается, что да. Да, по-другому, потому что Миша, он еще как-то тоже к этому был приобщен, но уже меньше. А совсем младшие, у них возникают вопросы, зачем вообще в Бога верить, Серафим недавно спросил.
да зачем вообще мы молимся там, зачем? То есть и с ними уже вот эти темы. Надо было там, крестного лучше убирать. Мой. Разбираешь эти темы. Я вообще не боюсь на тему. Я не считаю, что вопросы там атеизма, они какие-то страшные, и нельзя ребенка к ним подпускать, потому что это часть нашей жизни. Ты должен этот атеизм знать, как говорится, изнутри, и уметь оттуда вывести в другое какое-то пространство. В общем, такой у нас разный очень опыт у всех детей. Ну, ты как-то что-то специально делаешь, так что это может быть незаметно для их глаза, но ты это, условно говоря, делаешь с оговоркой, что я это условно там что-то закладываю сейчас, чтобы. Mm-mm. Нет. Сейчас на данном этапе вообще. Закладки нет. Делаешь? Духовные закладки. Был этап, когда мы просто все вместе ездили и молились. Это был огненный этап. Он просто осознался только потом. Вначале это были просто поездки. Ну как? Да, тут надо для телезрителей пояснить, что ты еще до принятия сана, да, ездил, будучи петь светским человеком, тебя отец Николай подбирал на автомобиле, вы ехали. Да. Я мерз, потому что всегда это проблема с дисциплиной, это плюс 20 минут всегда. Вот. 20-25 минут. Минимум. Я ждал, да. Мы ехали в тюрьму сначала, вот, там служили, потом на 113 километр, заезжая за матушкой и детьми. Вот. И вот эти поездки, во-первых, это дорога. Это, ну, какое-то путешествие с разговорами, с обсуждением. Там, это вот там и, пожалуйста, тебе и все, ну, какие-то вопросы веры обсуждались, и музыка слушалась, что только там. Угу. Вот, дорога с детьми, с горшками. Вот, вот это все. И это прям такой мощный опыт совместный. Угу. А куда их еще денешь? Уже не придешь позднее к литургии, уже все вместе пораньше. Вот. Туда приезжали, матушка поет, отец служит, дети туда-сюда ходят. Вот. Ну, и Сережа уяснил эту... Там видео есть литургии с участием Элтона Джона, где... Так, кто же там? Литургия. Миша там, наверное. Миша, значит, в очках ходит, в желтых. Отец Николай идет, кадит. А, это была вечерняя, по-моему, не литургия, это вечерняя была. Вот, значит, открываются царские врата, отец начинает кадить, идет, значит, Мишка ходит в очках, в желтых таких вот, и вот так вот рассматривает все. И ребенку никто вообще не мешает ходить здесь и просто вот наслаждаться. Атмосферой, да. Подошел к какой-то бабушке, там еще что-то. И вот он, классно же. Ну, у меня все, тогда у нас заканчивается сегодня передача, и я бы тогда своим опытом поделил. Ну, я, в принципе, конечно, со всем тем, что сказано вами, согласен. И, ну, вот недавно, относительно общаясь с прихожанами, я вдруг транслирую мысль о том, что, в принципе, детьми верующими быть не могут. Ну, в том смысле, что они очень многое просто же делают по подражанию, без наполнения того, которое должно было бы быть. То есть, условно говоря, они будут класть поклон, но ты не думаешь, что в этот момент там происходит какая-то глобальная практика покаяния, что там они там осознают свою какую-то там греховность или еще что-то. Они бьют поклон, потому что рядом мама с папой бьют поклон. Ну, может, это даже и лучше. Да. Может, нам у них поучиться. Просто как делать поклоны, да. Не думать, что это что-то какая-то прям там что-то ты вот, Богу. Ну, то есть там какие-то, может быть, делаешь. И есть отношения с Богом, но они, я думаю, качественно иные от того, что мы видим. И в данном случае, вот когда там, например, люди романтизируют, мне кажется, романтизировать не стоит. Но при этом создавать атмосферу дружбы, семейственности на приходе, да, то есть создавать атмосферу, или лучше сказать так, благоприятный образ церкви в сознании, да, то есть и так далее, который потом когда-то распустится, может быть, там в 20, может быть, для кого-то в 30-40 лет, как вариант, вот, да, то есть мне кажется, в 7, 8, в 12 лет, вот уже, может быть, лет с 15 можно там о чем-то говорить, когда начинается саморефлексия. А до этого момента, мне кажется, вот прям воспитать, ну, то есть что-то там вложить, да, и сделать верующим, это невозможно.
Ну, давайте на этом мы поставим многоточие, и в следующий раз мы поговорим уже о психологии и о том, как отец, как психолог себя реализует. Спасибо на сегодня. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь к нам. Храни всех вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.